депутат Думы Екатеринбурга от «Единой России», сопредседатель регионального отделения ОНФ Николай Косарев не понес наказания за свое заявление о том, что бессмысленно выхаживать слабых ДТ людей, перенесших инсульт. Об этом пишет знак.чом со ссылкой на секретаря Свердловского отделения ЕР Виктора Шептиля. Шепти сообщил, что Косарев не состоит в партии, и исключить из нее его не получится. Также его вряд ли лишат мандата, потому что обычно это происходит из-за непредоставления декларации о доходах. Скандальное интервью депутата было опубликовано в издании Уралинформбюро 25 мая. В нем Косарев раскритиковал способ снижать смертность за счет спасения инвалидов. «Мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет, давайте деньги соберем, окажем помощь», рассказал сопредседатель ОНФ, организации, которая занимается вопросами повышения качества жизни и защиты прав граждан. Российские врачи спасают множество людей, перенесших инсульт, которым потом требуется длительная реабилитация и соцподдержка. По словам Косарева, эти люди и другие инвалиды годами находятся на издевении государства и создают дополнительную нагрузку на бюджет. Он предложил воспитывать у населения чувство ответственности за свое здоровье. Сам же парламентарий не доставляет хлопот государству, регулярно посещает баню, питается экологически чистыми продуктами и отдыхает на природе. Больше одной из странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись.